Крышка светильник белого цвета для аквариума 50 литров с размерами 51 сантиметр длина и 27 сантиметров ширина. Крышка с отверстием для кормления, а также с технологическими выходами для электричества и шлангов по обеим сторонам задней части крышки. А также крышечка оснащена светодиодным светильником мощностью 7,5 ватт со своим проводом и с выключателем на проводе. Вот технологические выходы на крышке, а также по всему периметру идет водосъемный барьер, то есть конденсат он будет на себя принимать и стекать обратно в аквариум, не наружу.